Да, друзья мои, видите, жираф. Вот посмотрите, территория. Московский зоопарк, как говорится, это, ну, не то что, это одна, наверное, десятая часть. Вот это вот, я не знаю, наверное, здесь несколько жирафов. Остальные отдыхают, но все равно, видите, достаточно территории для того, чтобы гулять, ходить. И даже, видите, деревья, чтобы жираф, наверное, не общипал всю листву, чтобы сохранилось. Но на самом деле, действительно... Дети кормят зеленью, которую продают тут же. И это хорошо, да, чтобы жирафу не давали какие-нибудь там сладкие булки, да, или что-нибудь такое, какие-нибудь конфеты. А действительно, я считаю, наверное, что разумно, что здесь продается специальный корм, который не повредит жирафу. Ну, конечно, могут найтись какие-нибудь люди, которые начнут кормить конфетами жирафа. Но от этого убежать тяжело. Ну, во всяком случае... Для детей это, мне кажется, незабываемо. Поэтому территория, видите, не видно. То есть все убирается. Не видно ни, так сказать, ни помета, ни грязи. Все достаточно чисто. И не бетон, как все говорили, что они там на бетоне живут в жару. Вот сейчас жарко, да. Правда, нету солнца, но жарко. И условия, мне кажется, вполне. Есть вон помещение, в котором, видимо, можно отдохнуть. Замечательно, друзья мои, замечательно. Так что все эти разговоры, которые я слышал, которые мне писали о том, что здесь ужасающие условия, это наглая, отвратительная ложь. Все, дорогие мои.